1 апреля меняются правила приема экзаменов в ГИБДД на получение водительского удостоверения. С одной стороны, кандидатам ужесточаются требования, с другой упрощаются при практическом экзамене. Например, допускается возможность совершения большего количества мелких ошибок, а мотоциклистов вместо того, чтобы парковать двухколесное средство задним ходом, придется проехать по колейной доске. Иными словами, удержать мотоцикл в колее на некотором прямолинейном расстоянии. На аэродроме для малоавиации Фролово в Перми стартовали воздушные тренировки по прыжкам с парашютом для профессиональных лесных пожарных. На них спасатели отрабатывают механизмы работы с воздуха, в частности, разворот купола, прыжки на точность приземления в круг радиусом 10-20 метров и до автоматизма осваивают работу систем «Лесник-3» и «ПТЛ-72». Как показывает статистика, каждый год во время тушения лесных пожаров на удаленных территориях огнеборцы совершают около 300 производственных прыжков с парашютом. Сегодня в Березниках состоялось очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата при главе города Березники. На нем рассмотрено несколько инвестиционных проектов. Среди них благоустройство прилегающей городской территории к зданию студии танца «Выкрутасы». Второй проект – роботизированная ячейка на базе промышленного робота. С ним выступил директор завода «Миокир». Еще одна идея – строительство спортивного клуба быстрого доступа «Моя станция» с велопарковками, Wi-Fi, трассой для проведения занятий на улице.